Всем привет, друзья! С вами Кайсида Робзи. Сегодня мы будем играть в новый режим под названием «Симулятор взлома сейфа в Роблоксе». Но по факту это новый симулятор распаковки. Я не знаю, насколько это плагиат, но игра выглядит действительно офигенно. Также мы сегодня будем очень много донатить, но от вас, друзья, мне нужно, знаете что? Прямо сейчас опускайтесь под видосик, жмете на лайк, жмете на колокольчик и обязательно жмете на подписаться, если вы до сих пор этого не сделали. Давайте прямо сейчас за 3 секунды. Раз, два, три. Спасибо большое, мы с вами начинаем. Итак, у нас с вами есть рука, которой мы, по идее, должны взламывать сейфы. Погнали. Первый сейф пошел. Наношу я по 5 урона, получаю опыт. Итак, у нас с вами получается здесь есть опыт, есть донатик, здесь есть питомцы, здесь есть коды, которых временно нет еще в игре. Выключить музыку, включить бег и настроечки. Настроечки вот такие. То есть у нас есть день и у нас есть ночь. Обожаю такие игры, где сделана такая функция. Потому что иногда я ненавижу играть, чтобы была в игре ночь. Воу! Я себе шляпу. А можно как-то себе... Click to increase chance finding heads. 149 робоксов. Погнали. Первый донатик пошел, ребята. Минус 149 робоксов. Продать за 306, либо за 612. За 612 купи донатик. Ладно, за 306 я пока что продам. Слушайте, неплохо. Итак, у нас есть уже 541 доллар, и мы с вами погнали покупать свое первое оружие. Это у нас режек, тир 1. А, погоди, покупаем себе. Есть режек, погоди, здесь есть питомец за 49 робоксов. А почему такой донат у нас легенький? Погодите, Overlord Sword. Нифига себе. Погодите-ка, 749 робоксов. Это если набираете 10 тысяч лайков. Так, давайте, покупаемся за 49 робоксов. Слушайте, прикольно. И кто у нас выпадает? Один крок, что это такое? И это очень странный какой-то у нас шарик. Давайте себе еще один шарик купим. Либо не шарик. Что это за, шарики? Я таких питомцев еще не видел ни разу. Снова какой-то шарик. Это у нас одинаковые. ХМПХ. Офигеть. Мультиплеер 1.55. Скорость 20. Давай тебя тоже одеваем. И что происходит? Они за мной летают. Два шарика за мной же летают. Поехали. Че по донатику? Про час каш, про час пейс. А, бесконечный рейндж за 19 робоксов. Капец, здесь донаты слабенькие. Покупаем за 39 робоксов. Двойной бег. Покупаем, почему нет. Двойной опыт за 59 робоксов. Почему такой донат? Легкий, ребята. Я обещал, что буду донатить. Я обещал. А вы обещали, что наберете 10 тысяч лайков на этом видосике. Обещали, обещали. Все, набирайте, пожалуйста. Каждый. Каждый, кто смотрит, ставит лайк и подписывается. Двойные звезды. Так, випку не берем, оставляем на следующую серию. А, двойные вот эти мы взяли, двойные шляпы, плюс 5 питомцев, подожди, реально плюс 5 питомцев, подожди, сейчас зайду в магазин, кэш нам не нужен, пец, плюс 5 питомцев повышает инвентарь и максимум одеваемых питомцев на 5 за 15 робоксов, серьезно? Это реально? Подожди, а сколько у нас было питомцы, можно было, мы одевали 3, теперь можно 8? Настолько много, офигеть, погоди. А еще плюс 25 питомцев за 159 робоксов. Плюс 25 и плюс 50 питомцев за 249, вы что, серьезно? Еще и бесконечный, конечно же, есть у нас. 33 питомца я могу одеть, это вообще законно? Ладно, погнали. Будем фармить с вами ящик за 250. Бью я по 14. Не знаю, помогают мне шарики или нет, пока что, мне кажется, ничего не помогает. А питомцы у нас почем здесь вообще? Самые дешевые. Сейчас мы взломаем этот сейфик. Итак, давай, давай. Выпадает что-то интересное. И ничего не было, кроме 1086 золота. Так, самый дешевый питомец у нас 3000 стоит. Ладненько. Поехали взламывать дальше. Я думаю, что будем сейчас пока что обычные сейфы взламывать, потом немножко посильнее. Следующая локация, кстати, стоит у нас 10 тысяч. Так, с этого сейфа мы с вами выбиваем 468 долларов. Тоже неплохо. Не дурненько. Слушайте, а игра мне нравится. На самом деле, знаете, почему мне нравится? Потому что симулятор распаковки мне уже лично очень и очень сильно надоел. Не знаю, как вам, ребят, но мне он реально надоел. Так, этого мне сейчас с одной тычки. Смотри, у нас корона прилетит ко мне или она будет долго там валяться? То есть я ее только что выбил. А будет она... Монеты прилетают, а корона, я так понимаю, не хочет прилетать. Продам ее за 287. Двойные деньги пока я не брал себе с вещей. Ладненько, открываем, капец. Мне нравится, мне нравится. Я вам скажу, что мне нравится, все, то есть мой вердикт, мне нравится. Могу купить деньги за 189... Ладно, я так нафармлю. 189 робокса, 8500. Ну такой себе, капец, коробки на голову падают. Даже тень от коробок падает на голову. Так, собрали монеты, 4400. Вообще на изи, ребят. Нужно большие коробки, нужно вот такие большие сейфы открывать. Сейчас найдем большой сейф, вон упал большой сейфик. Сейчас мы его с вами заберем.
Так, здесь собрали просто деньги. Мне нужно, во-первых, новый меч. Чувак, это мой сейф. Или он... А, то есть, если он навелся на сейф, я уже его зафигачить не могу. Я понял. Я понял вас, ребята, дорогие мои, спасибо. Я уяснил. Я не знал, кстати. Кстати, реально, я не знал этого. Так, поехали. Ну, блин, по 16, получается, стоит 202, 178, 154. Да, по 14 урона офиг. Подожди. По 24. По 24 офигачу. Вот оно в чем дело. Так, я выбил еще 1000 монет. Мне бы новую локацию, или мне нужно меч купить новый? Погодите-ка, новый меч, сколько у нас стоит новый меч? Новый меч у нас стоит 2500, 12 тысяч. Так, давайте возьмем все за 2500, почему бы и нет. Огненный, ох, нифига себе мечуга. Офигеть, меч здоровый. Так, погоди, ну это я с одного удара. Естественно, с одного удара я зафармлю. 85, сколько я ударю? Опача, вот это нормально, я понимаю. Вот это урон. Вот это, конечно, я могу. Смотри, просто раз, два, три, четыре. Да, буквально с пяти ударов я его зафигачил. Ну, чуть-чуть не хватило, ребят. Одного питомца нужно купить. Будет вообще красота. Так, новых никаких шляп мне не выпало. То есть здесь шляпы носят тупо, скажем так, характер для заработка. То есть ты их не одеваешь, ты их просто продаешь. То есть чем лучше шляпа, тем больше... Во, видите, опять я шляпу нашел. Быстренько продал, деньги заработал. Кстати, у меня уже третий уровень. Зачем здесь уровень? Я не знаю, ребят. Честно, не знаю. Сорян, масорян. Так, вот огромный ящик выпал мне. Так, что здесь еще есть? Это выключить музыку, включить бег, донатик. Опять же, мы разобрались. Мы следующий, если вы набираете 10 тысяч лайков, ребят, я покупаю плюс 50 питомцев. Я покупаю себе випочку. Короче, мы здесь будем развиваться так, что мама не горюй. Мне кажется, игрушка будет популярная. Почему бы и нет? Такого формата игры они довольно-таки быстро апаются вверх. А если я сниму видосик, и еще быстрее апнется. А если будет мой личный кодик, вообще прекрасно будет. Поэтому, разработчик, делай мне личный код обязательно. Так, смотри, я доминус нашел. Жалко, что их одевать еще нельзя. Ну да, если бы можно было одевать, это полный плагиат симулятора распаковки. Но здесь шляпы, получается, не одеваются, ты их просто продаешь, и ты, то есть, не зарабатываешь уровни. Ты зарабатываешь за счет этих шляп, ты зарабатываешь себе деньги. Так, открываем следующую локацию, там у нас мол, или мел. Как его купить? Куда нажать? А куда нажать? Можно как-то купить его? Ух ты, я шляпу. Yes! А, сверху вот сюда, нифига себе. Так, здесь у нас 3500 плотность у этого сундука, вернее, сундука, у этого сейфа. У этого сейфа 3500, я буду полгода его штыкать. Но зато я, наверное, денег выбью с него просто миллион сразу. Надо было начать, наверное, с маленького. Я думаю, что надо было реально с маленького начать, потому что что-то я замахнулся прям очень жестко. Так, а у меня есть геймпас какой-то на двойной урон, на скорость атаки, на двойные деньги, кстати, я взял, не помню, взял, не взял. Может быть, кэша себе подкупить. Но кэш здесь дорогой, ребят. 22 тысячи, стоит 379 робоксов. Я, наверное, за все, что сегодня позадонатил, задонатил, в принципе, такое же где-то количество. Робоксов 500, я точно не считал. Но я зарабатываю теперь 22 тысячи. Я заработаю буквально, наверное, за минуты 2. Вот я сейчас посмотрю, сколько я получу денег с этого огромного сейфа, который мы ковыряем. Кстати, а зачем мне питомцы нужны? Кстати, они очень странные. Вот, честно, таких питомцев я еще не видел в игре. Кстати, вот так, посмотрите, значок Mitsubishi у них. Скрытая реклама, да? То есть таких петов я еще реально не видел. Так, 1000 хп осталось у этого сундука. Пипец, он жесткий. У этого сейфа. Мы сами, скажем так, взломщики сейфа, которые разбросаны по всему городу. У чувака зеленый меч. Фига ты толстячок, слушай. Зелененький. И он так быстро колупа... Смотри, он просто... Фунь-фунь. Почему он как-то раз-два бьет? Раз-два. Я очень медленно, он как-то... Нет, я тоже такой меч хочу. Все, я, короче, следующая покупка — это новенький меч. Я не знаю, нужен мне или нет, но я должен купить себе новый меч. Следующий стоил 12 тысяч. Сколько я получу с этого сундука, я не представляю. 1020, наверное, должен получить. Итак, все. Сколько денег? Нормально, да. И как раз шляпу продал, почти 20 тысяч, ребят. Как я и сказал, пятый крок. Что такое пятый крок? Это типа пятый уровень. Ну ладно, пятый уровень, так пятый уровень. Так, погнали покупать себе новый меч. Да, вот, такой как у него, за 12 косарей. Следующий стоит, конечно, 45 тысяч, дороговато. Поэтому постепенно. Дэмэдж 85, то есть здесь 35 был, а там уже 85. Итак, мне нужно купить еще одно яйцо за 49 робоксов. Посмотрим, что мне выпадет. Может быть, такая же улыбка или что-то новенькое. О-о-о-о, капец. Что это такое выпало мне, ребят? Свайпер. 1.55, да, такие же статы, с очень странным лицом. Прикиньте, будет вот так 50 питомцев вокруг меня, вот это круто. Ну-ка, давайте мы, наверное, ящик маленький возьмем.
на 700 урона. Так, сколько? А, вот насколько я сильнее стал с этим мечом. Я все понял. Мы просто вынесли в хламищу. Мы его просто вынесли на изи, ребята. Так, следующая локация стоит 150 тысяч. Это Сити. Я так понимаю, здесь у нас локаций пока что немного. Или много, ребят, погоди. Банк. Там еще Джеверли. А есть и дальше еще. Фига себе здесь локации, ребят, вы видали? Просто локация за локацией. Где вот, вот мой сейф, который я не открывал. Офигеть, а игра огромная, просто. Мы должны с вами продолжать играть. Я думаю, что обязательно выйдет продолжение. Мы с вами сейчас еще, конечно, подфармимся. Шоп, а что в этом магазине? Подожди, здесь новенький шоп. Я получил 8300 долларов за этот сундук. Подожди, а что в этом магазине? Новенький шоп. Ты хочешь зайти в шоп стейдж 2? Шоп стейдж 2? Подожди, 85 тысяч. 442 тысячи, вот такой. А это что, reward chest? Офигеть, здесь сундучок есть. Каждые 10 минут. Ребят, можно каждые 10 минут. Я могу, конечно, его, получается, time left on deal 10 минут, двойные кэши, double XP. Это все у меня есть. Это все у меня есть. То есть я могу еще, типа, випку. Боже мой, офигеть. То есть здесь еще магазины новенькие есть. Неплохо, неплохо, разработчик, тебе лайк, конечно. Да, отчасти это плагиат. Скажем так, не плагиат. Человек вдохновился симулятором распаковки. Но здесь другие механики немного. Здесь переделано, здесь ты получаешь опыт. Опыт, я не знаю, какого фига он мне нужен. Возможно, из-за опыта даются шляпы получше, которые выпадают. Но это не точно, опять, это не точно. Так, что у нас там нужно? 85 тысяч, да, если не ошибаюсь, на новую пушку, которая продавалась вот здесь. Вот эта пушка сколько? 320... Да, 85 тысяч. Ребята, мы должны с вами ее сегодня купить. Всего лишь каких-то 85 косарей. То есть нам нужно открыть буквально 5-6 сундуков. Либо один большой, либо два больших. Я думаю, что нам будет достаточно, чтобы купить себе новенький меч за 85. Даже не обязательно вон там мечи покупать. Хотя, а почему у нас там были мечи? Я что-то и не обратил внимания. Стоит ли брать вот этот меч 85 тысяч 325 урона? Мы сейчас с вами посмотрим. А почему бы не посмотреть? 85 тысяч, меч 325 урона, если я не ошибаюсь. А что ребята здесь пишут? Ой, тут все зарубежные ребята пишут. Так, 85 тысяч. Здесь у нас мечи за сколько? 45, 325. Какие здесь дорогие мечи. А за 85 здесь нет, здесь 45 и сразу погнали выше. Ладненько. Стоп, 125 урона. Кстати, больше 45. Нет. Я должен нафармить 85 тысяч. Все, я пошел фармить 85 тысяч, ребят. Вы как хотите. У меня седьмой уровень уже. Нифига себе. Седьмой уровень. Так, мне нужно 85 тысяч, а вы как хотите. Так, маленькие сундуки не трогай. Сразу на большой. Вот, сразу поехали на большой. Да, теперь у меня рейндж бесконечный. Я купился за 19 робоксов, если не ошибаюсь. Ну, слушайте, все равно я не бью два раза. Тут, короче, чувак два раза размахивался. Или мне так казалось со стороны, или так на самом деле. Напишите, реально было ли так, или мне казалось. Давай, по 102. А, подожди, 102 это сколько я наношу урона? Тысячу... Да нет, я больше наношу. 1505, 1352. Да, я больше, чем 102 урона наношу. У меня примерно... Подожди. Ну, у меня где-то 150 урона с этого меча идет. По ящикам. Итак, я должен получить, если не ошибаюсь, около 20к. 17256. Мне, получается, нужно еще один такой же. Я получу себе 17, и у меня как раз-таки будет нужная мне сумма. Еще один ящик убью. Да, получается, один большой ящик и один средненький. И будет все чики-пики, тогда будет идеально. Пишет, он настоящий. Нет, я поделаю. Игрушечный Робзи, понимаешь, уже набежал. О, ребята уже набежали, понимаешь? Уже узнали меня, мои подписчики. Везде меня находят, просто... Где не спрят... В любой новой игре, прям в самой новой, которая вышла 5 секунд назад, зайдешь тихонечко на серию спокойненько, все равно находят, везде находят, ребят, найдут даже под землей, понимаешь, реально. Ну это все, ребят, это 80 тысяч плюс. Это мы с вами открываем сейф вот такой на 2200 хп, и мы с вами покупаем новенький меч. Я не представляю, сколько будем, мне там где-то тысячу урона, наверное, буду с одного взмаха бить. Если мы с вами бьем мечом, это меч на 75 урона, то сейчас буквально через, не знаю, через пару секунд мы с вами будем фигачить по косарю. Но я надеюсь, по косарю будем фигачить. Так, 205. Да, почти 150 урона наношу. Так, забираем. Есть 89 тысяч. Конечно, я хочу зайти сюда. И, конечно, я хочу купить меч за 85 тысяч. Пожалуйста, дайте мне... Вот это нормальный мечуга. А ну-ка, иди сюда. Где ты большой сундук, говоришь? 3500? А ну-ка, давай.
просто бум. Не, конечно, не по тысяч, но по 350, где-то по 360 урона. 1140, 746, просто 350, да, больше чем 350 урона, ребята, мне это нравится. Ребят, на этом я серию заканчиваю, обязательно ставьте лайки. Если хотите продолжения, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а с вами был, как всегда, Робзи. Всем хорошего настроения, всем покедово.